Этот дом уже готовится к сдаче в эксплуатацию и заселению. Харьковчане Алена и Сергей, владельцы квартиры в новострое, рассказывают, при выборе жилья отдали предпочтение компании «Воробьевы горы». В данной ситуации здесь нас все устроило, опять же, цена, качество, история, перспектива и местонахождение. Доступность жилья от компании «Воробьевы горы» дополняет сервис премиум-класса. Дома обслуживает собственный ЖЭК, во дворе удобная парковка и детская площадка. Территория охраняемая, во дворе высажены туи и обустроена зона отдыха. Внутри подъездов ремонт с картинами и живыми цветами. Уборка проводится 3 раза в день. На счету «Воробьевых гор» уже 10 комплексов, построенных по европейским стандартам с применением энергосберегающих технологий. На рынке недвижимости компания работает уже 8 лет. В честь нашего дня рождения мы устраиваем масштабную акцию. Акция заключается в том, что все покупатели квартир до 15 августа будут участвовать в розыгрыше ценных призов. В ЖК «Воробьевы горы» можно не только жить, но и сдавать квартиру в аренду, отмечают в компании. Ежемесячный доход стартует от 4000 гривен. Анна Иванова, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».